Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники, Олуха, 13 день и 325 царапалок. И я забираю. Так, замечательно, сегодня у нас будет прохождение ивента. Надеюсь, мы его сможем пройти. Подготовка размещения охотников. Вот так оно называется, но сначала мы, наверное, заберем все наши награды. Так, флагшток. Да. Что-то Беззубик меня совсем перестал радовать. Не хочет он мне приносить то, что я от него прошу. А прошу я от него не слишком многого. Так, давай мы заберем здесь рыбу. Так, а что у нас тут? 120 тусклого янтаря. Тоже так себе награда. Так, что у нас в магазинчике? Давай-ка посмотрим. А ничего хорошего нету. Для меня здесь ничего нет хорошего. Коснитесь, чтобы вывести детеныша. Так, а это у нас, ну конечно же, это у нас костолом. На острове нет свободного места. Ты понял? У нас уже даже на острове нету. Все, закончилось. 192 миллиона рыбы он мне приносит, прикольно. Прокачать можно? Чуть-чуть, ребят, нам не хватает, чтобы прокачать до 112 уровня. 112 уровень пока это у нас максимальный, который мы можем себе позволить. Так, ну что, этих обормотов тоже отправляем за древесиной. Так, Весночес, подожди, сейчас до тебя очередь дойдет. Может быть, я все-таки где-нибудь насобираю рыбу, да смогу тебя прокачать. Или там древесина нужна. Так, что у нас тут? Этот стоит вообще просто без дела. Модификрылка. Так, фейерверк. Фейерверк тоже бы, конечно, его не помешал бы прокачать на самом-то деле. Он будет примерно как Весночес, только Весночес у нас приносит рыбу, а этот будет приносить у нас древесину. В довольно мощных таких масштабах. Так, ну сколько там тебе не хватает? Чуть-чуть. Еще один. Блин, это 100 лямов надо. Подожди, а может быть у нас есть возможность прикупить? Нет. Нет у нас такой возможности, к сожалению. Ладно, я тогда, наверное, пожалуй, начну с открытия паков. Монеты Одина. Громобой, древоруб, экзотический шепот смерти. Ну и сам понимаешь. Так, а это что у нас тут? Еще один древоруб. Слушай, мне даже, я не знаю, ребят, куда мы его... Куда... Кстати, их 3 штуки. Блин. 3 штуки древоруба. Так, если посмотреть, это же обычный, по-моему, да? Да, древоруб у нас идет обычным. Пойду-ка я, наверное, сделаю вознесение. Так, это где у нас тут оно? Вот. Вознес... Подожди, я что? Ну вот здесь вот. Зал вознесения. В общем, обычные. Так, раз, два. Подожди, это же тоже обычный, да, древоруб, просто прокачанный, да. Вознесем. И 60 чешуек получаем мы. И сразу, кстати, освобождается у нас еще и 2 места. Так, а мы глянем еще рекламный. 6 монет Одина и сам пак. Древоруб, крылатый ужас, острокрылый змеевик. Ну что же, вроде бы пока все. Так, давай посмотрим, что наши эти принесли нам. Так, эмблемка, опять же, тусклый янтарь. А ты чем побалуешь? Руны и тоже тусклый янтарь. Дальше. Так, у нас обмен, по-моему, 1 штуку, да. Блестящего янтаря мы заказывали. Больше пока не могу ничего сделать. Пак. Ну-ка, давай откроем. Шипорез, громоль. И все. Шипорез и громоль. Маловато как-то это будет. Ну, а вы что стоите здесь? Так, сарделька. Приносит нам яйцо. Отправляем его в погоню. Бесплатно. Так, дай шлем. Да, конечно. Ага, дадут они тебе шлем.
Ну тут либо шестеренки, либо тусклый интель. Мне хотелось бы получить на самом деле пак. Но видишь, не дают они мне его. В общем, три шестеренки я забираю и отправляю ребят его в приключение дальше. Кривоклык со сморкалой приносит там яйцо, опять же, древоруба обычного. И Грамгильда мне приносит 12 рун. Ночные жути пускай летит. Так, а мы заберем с тобой награды вот здесь вот. Слушай, мы еще и даже событие какое-то успели сделать. Соберите 75 предметов для обмена в любом режиме. Вау. Так, две награды или... Две, ребят, две награды получаем. Это 500 царапалок и плюс пак необычный. Слушай, 6140. А нужно 8800. Слушай, нам нужно найти еще 2700. Я думаю, если такими темпами мы будем дальше играть, то все у нас получится. Так, давай-ка мы откроем необычный набор. Ох ты, рыба, древесина, рыба, древесина и водорез. Так, водорез. Разместить. Свободного места нет, говорят. Так, древоруб у меня тут что-то сидит, ничего не делает. Просто отдыхает. Ну что, парень, я тебя отправляю за железом, конечно же. Хм, скалотряс у меня получил уровень. Допустим. Так, добудьте 262 миллиона древесины. Было такое на задании, мы его выполнили. Ну что, больше как бы я не вижу, ребята. По прокачке единственное, что вот тут вот. А ну-ка. Ты мне будешь титаном? Да ну, какой там титан. Как был мелким, так мелким и остался. Беги давай, тренируйся. 315 миллионов. Ё-парасоте, ребят. Мне выгоднее ящейку, наверное, прокачивать такими-то темпами. Так, обучить. Беги, лети. На крыльях счастья обучайся. Так, а эти где у меня тут? Рогобой. Сколько нужно? 164 миллиона. Это будет 86 уровень. Блин, ну он очень требовательный. Очень требовательный по ресурсам. Так, и мне нужно еще отправить моего беззубика. Ну что ж, давай начнем. Отправим его в путешествие. Естественно, бесплатно. Отправьте беззубика в путешествие. Так, еще две награды мы заберем сейчас. Точнее, не награды, а две выполненные ежедневки. Так будет правильнее сказано. Так, рогобой, что-то у нас... Слушай, ну, по идее, вот этот будет лучше, да, у нас? Брызговик. Опа, брызговик пошел у нас на тренировку. А рогобой... Блин, подожди. Весночес, я про тебя забыл, твою же налево. Ладно, будем надеяться, нам рыба выпадет на прохождение события. Так, найти фонарь. Где он тут? Вот он, фонарик. Все, фонарь мы забрали и двигаемся. Размещение охотников, ребята. О, пак в конце неплохой, кстати, лежит. Мне нравится. Поехали. Барсик, Шторморез и Кривоклык у нас, как говорится, в нашей компании. А что ты здесь делаешь один, а? Ты бесстрашный наш. Сейчас мы тебя будем хрумкать. Как раз он нам под стать идет. Мы хитрые, а это шустрик. Поэтому он разбирается на изи. А на второй волне... Но здесь тоже хитрецы. Так, сейчас он... Ага.
Но уровень пока маленький, как мы видим, 15 и 16. То есть справляемся довольно легко. Сделаем так и... Ну, Кривоклык вряд ли добьет, конечно. А вот Барсик уже, да, сделает финальный удар. Ну, вот и колесо, и будем надеяться, что выпадет нам рыба. Но нет, тут выпадает нам древесина. Мы забираем загадочный пак. Кстати, здесь 150 рун будет еще разыгрываться. И поединков, кстати, не так уж и много. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз на всю энергию. Ну что же, это хорошо. Так, он опять здесь один. Волн сколько у нас? Две. Меня это вполне устраивает. Так, о чем? Музло у нас исчезло вообще окончательно, да? И бесповоротно. Уровень уже, как мы видим, здесь 16. То есть на один левел они подросли. Так, по-моему, тут и звуки ударов даже, ребята, уже исчезли. Я слышал. Затишье такое было. Ладно, нам не привыкать. Так, этого мы огрели. А здесь два ужаса крылатых плюс змеевик. Начнем, пожалуй, с этих ребят. Сразу через массовую атаку. Хилочку. А сейчас они будут втроем нас бомбить. Так, понижение атаки сделали на штормореза. Тут 96 урона просто нанесли. И еще 108. Ну давай я сделаю вот так тогда. И кусанем. Сейчас они вдвоем сходят. В принципе, вот этот уже все, ребят. Это не жилец. Однозначно вам говорю. И понижаем броню. Раз. Ах ты. Я думал, сейчас Барсик добьет. Но, в принципе, так оно и получилось. Ну что, очередная рулетка у нас. И выпадает. Вот, вот, 52 миллиона рыбы. Это уже хорошо. Еще пару разиков мы сможем нашего весночеса прокачать. Ну что, содержит элитных. Забираем. Так, Шторморез, Громыль, Шепот Смерти, Экзотический Дымодышащий и Кривоклык. Окей. Так, через этот поединок мы заберем 150 рун. И у нас будет 2000 рун. Отлично. Опа. Вот этого надо в первую очередь ликвидировать. Да-да-да, вот этого древоруба надо уничтожать в первую очередь. Поэтому все силы... Хотя он зелень. Твою налево, может быть, все-таки... Нет, надо его бомбить. Мы же прекрасно знаем, на что он способен. На трех энергиях, как он пламенем жарит. А этот тоже, кстати, усиливается. Ну что, сможешь его пробить? Красавчик. Так, теперь просто залечиваем раны нашему Барсику. А он от него не отстает. Так, ну что, добьем? Окей, вторая волна. Да опять ты здесь, а? Блин, это плохо. Они же сейчас мне начнут Барсика колошматить. Причем все. Нет? Так, ребят, специально подгоняет три энергии. Сейчас будет пламя. Вот так вот. Короче, я сделаю вот таким вот образом. Потом Кривоклык добьет. Есть. Ну, с этими нам будет попроще разобраться. Даже без Барсика. Я думаю, блин, куда ты усилился, парень? Вот куда ты усилился, скажи мне на милость. Меня такой расклад не устраивает. Блин, мы еще и не пробили. Надеюсь, обычная атака? Так, кусаем. Ну, что ты там, водорез? Лечим. Лечим наших бойцов. Добьешь? Кривоклык. Красавчик. Ну что, очередное колесо крутим. Получаем 3 прилива сил. Ой, ребятушки, это не к добру. Забираем 150 рун. Так, забрали. Ну, почти, ребят, почти 2000. Дай-ка я открою. Шторморез, Громобой, Кошмарный Пристиголов.
И это все? И это, ребята, все получается. Так, сколько там нам на весночёса не хватало? 182. Блин, не хватает еще до сих пор. Ладно, пойдем. У нас еще два поединка, друзья. Еще два поединка. Так. Ага. Вот эти двое, это, конечно, хорошо. Начнем, пожалуй, потихонечку. Не бухти. Блин, какой ты злющий, вредный. Так, у нас, если что, две груши, да, и 7 прилив сил. Не очень, конечно, много. Так, этот сделал себе усиление. Этот взял себе усиление. А если я сделаю, например, вот так? Сможет ли он хлопнуть своего дружбана? Конечно, сможет. Конечно же, сможет. Он, в принципе, это и сделал. Так, а мы, наверное, залечим раны. Сейчас кому-то влетит по полной. Ха, он промахнулся. Представляешь? Он просто-напросто промахнулся. Упс. Вот это... Воу, тут и этот, и такой древоруб. Наверное, вот так все-таки надо делать в первую очередь. Понижать ему защиту и как можно быстрее его уничтожить. А этот успеет пламенем шваркнуть, прикинь. У него 3 энергии, ребят. Давай, наверное, вот так сделаю все-таки. Плюс хил. И плюс укус. Раз, два. Еще вытворяет. Так, лечимся, да? Или не будем трогать? Давай, наверное, не буду рисковать. Я сделаю вот так. И вот так. Давай своим пламенем. Ты видел? Он просто своего кореша сдул с лица земли. Очередная рулеточка. Сейчас посмотрим. Блин, древесина выпадает. Я рассчитывал на рыбу, а выпадает древесина. Ну что, последний поединок. И здесь у нас босс. Надеюсь, две волны. Да-да-да, именно так и будет. Начнем с этого. Поехали. Так, мои только вот здесь в конце будут вдвоем ходить. Ладно, ничего страшного. Думаю, все-таки мы успеем справиться. И если не успеем, то нам, наверное, будут кранты. Молодец, родной мой. Ведь умеешь же критовать. А до этого просто выпендривался. Но вот это да, с понижением, конечно, брони. Это очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, наверное, так придется сделать. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Надо все-таки залечивать им раны, всем причем. Барсик фас, красава. Так, ну что же, поехали. Так, теперь просто укус и добивка. Ну что, и смотрим, кто у нас здесь босс. А босс у нас тройной удар. Плюс, я смотрю, здесь кревет. Громоль там какой-то карамельный. Давай так сделаем. Ну что, креветов, в принципе, ребята. Оу, подожди, подожди. Сейчас 4 энергии, он сейчас будет делать суперудар. Молодец. Молодец, что он промахнулся. Вот так вот почаще бы они промахивались, и было бы вообще хорошо. Так, ну что, Громоль сейчас уничтожает у меня кривоклык, и остается тройной удар. В общем, не знаю, как мы вот так бомбить будем или... Да, так запинаем.
В общем, я тебе скажу, что событие несложное. Любой сможет его пройти. Со стандартным набором драконов. Крутим колесо. Забираем древесину. И забираем наш пак. Это ж пак плеваки, по-моему, насколько я помню. Отправлен домой. Да, это сокровище плеваки, набор. А вот и рыба, ребят, которая нам нужна, наконец-то. Но награды так себе. Кстати, по-моему, нам не хватает. Там нужно было 280. А у нас 276. И что вы мне прикажете? Вот где мне еще остальную рыбу брать? Вот так вот выклянчивать по сусекам здесь. Вышкрябывать. Нет, ну это несерьезно. Есть. Серьезно, несерьезно, а мы все-таки получили, сколько нам нужно. Да, друзья мои, весный час у нас получил 112 уровень. 25 он у нас может приносить теперь железо, но 630 древесины требует за это. Подожди, как кто это у меня там? Буйволорд, ну-ка вернись. Я лучше отправлю весночеса добывать нам рыбу. И вроде бы, ребята, как все. Единственное, что да, мы можем пойти в схватки и забить полностью паками наши вот эти вот ячейки свободные. Да и заодно получим с тобой один пак вождя. Опять же, музыку у нас убрали. Так, я вижу. Ну что, наверное, с этого начнем. Быстренько его запинаем, попытаемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас эти красноголовики нас начнут тут пинать, скорее всего. Это понижает броню же, да? А нет, он понижает нам атаку. И давай-ка сюда, наверное, ударим. Так, потом сделаем массовую. Все фулл хп имеют, отлично. А этот сейчас, наверное, будет, ребят, делать разбег. Скорее всего. И будет глушить. Нет, никакого разбега не было. Он нас просто лишил возможности кастовать на один ход и понизил нам броню. Не самый, конечно, лучший вариант, но что ж поделаешь. Ну вот, ребята, первая победа за нами. А тем временем у нас второй поединок подкатил. Ох, ё, ничего. Да вы серьезно, что ли? Ты посмотри, кого они тут нам выдали. Я начну, наверное, с прихвостня. Блин. Даже не знаю. Так, он промахнулся, это хорошо. Это хорошо, что он промахнулся. В общем, давай его бомбить во что бы то ни стало. Барсик, ушатай его. Красавчик. Так, а теперь нам нужно будет брать под контроль, естественно, ветрокрыло. Потому что уже 4 энергии, на 5 он, ты знаешь, что он будет делать. Вопрос в другом. А успеем ли мы? Ведь этот же может сейчас суперудар применить, да? Если он, да, придется мне тогда, ребят, просто залечивать раны. Потому что если этот не сделает суперудар, то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ну поверь мне, это лучший вариант, чем когда была бы заморозка. Поэтому продолжаем. Так, барсик ушатывай. И у нас как раз... О, сейчас, вот сейчас будет, сейчас будет заморозка, друзья. Печаль. Ой-ой-ой-ой-ой, огромная печаль. Кого он начнет уничтожать? Минус, потом вот этого, да? Нет, этого он не успеет. Давай, барсик, мсти ему. Единственное, что он, конечно, будет отхиливаться сейчас. Но мы будем его кусать и бомбить. Так, он промахивается, само собой. Ну, он хиляется, конечно же, хиляется. На тебе еще одну слепоту. Ну что, трать свой суперудар. Впустую причем. Просто впустую. Ну вот и все, ребята. Да, я сам не ожидал, что мы здесь сможем победить. Но, видишь, победа за нами.
И третий поединок. Я вижу пристиголовый, змеевик и громобой. Ну, с кого тут начать-то лучше? Наверное, вот с этого. С фаербольщика, я его так называю. Давай, пристиголовый. Сейчас будет уже... Сразу начинает, ребят, со своих фаерболов. Так, на следующем ходу ему кранты. Его барсик сейчас ушатает. Ну, барсика, к сожалению, уничтожит, наверное, громобой. Да. Печалька, конечно, что так получилось. Так, они сейчас вдвоем... Опа, опа. Зашибись. И всю энергию, две энергии, ребята, спалил, ты представляешь? На тебе. Вообще шикарно. Так, ты опять сейчас будешь своим хвостом тут? Ну, естественно, естественно. И тем самым мне... Не дает, ребята, возможности накопить энергию. Добьет, скорее всего, да, сейчас? Ха, промахнулся, вот чудик. На тебе тогда на дорожку. Все, выиграли. Ну что, как вы видите, мне досталось опять же два обычных пака и, соответственно, пак вождя. Шторморез, кревет, громыль, экзотический шепот смерти, костолом, дикарь и ищейка. Вау. И тройной удар чемпион. Угу. Замечательно. Плюс еще здесь забираем с тобой ежедневку. Ну все, друзья мои. В принципе, больше здесь я пока сделать ничего не могу. Идем, пока мы ровненько. Кстати, сколько нам еще нужно драконов прокачать? Давай-ка глянем сейчас. Сколько у меня? Так, 9 из 15. Нам нужно еще 6 драконов. В принципе, у нас есть кандидаты. Подожди, а этот прокачан у меня уже? Погоди-ка, а какой же не прокачан? И этот? Да ну. Оп. Так, смотри внимательно. У нас есть возможность прокачать в ближайшее время буйволорда. Блин, тут не то. Ловушка лом, в принципе, 86 уровень. Блин, ну тут, в принципе, много кого можно прокачать. Единственный вопрос, конечно же, встает в ресурсах. То есть в рыбе. Кстати, сколько? А, это пара барса и вепря. Я думаю, что так дорого спросит-то? А что он действительно так дофига требует-то? Ладно, я отправлю, конечно, его на прокачку. Слушай, а костолом тоже 112 уровня. И этот 112-го. Да вы серьезно, что ли? И громль даже у меня. Значит, только один вот этот у меня. Пара барса и вепря непрокачанный. А эти, интересно, много требуют? Не помню, ребят. Может быть, нам даже вот этих вот выгоднее прокачать быстрее. В общем, потихонечку будем двигаться, прокачиваться. А там уже видно будет. Всего лишь 6 драконов нам осталось. Так что скоро прокачаемся. Ну а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.